спросите вы, а я вам отвечу: на море. У нас погода вообще такая странная. Посмотрите, какой ветер. Мы сейчас идем в сторону новой набережной. У нас уже, видите, такая послезакатная природа, красивая, интересная, редкая. Вечером выбираюсь. Я не знаю, как будет слышно. Я даже не рискнула сегодня подключать микрофон, чтобы вы ощутили максимально, насколько сегодня бушует стихия. Какой-то ураганный, порывистый ветер у нас сегодня. Прям задувает, не то слово. Ой, там прям такие гребешки прикольные на море. Сейчас покажу их. Здесь, видите, какое-то кафе было. Я думаю, что оно не работает. Это набережная, где обитают котики. Один из самых таких толстых представителей. Прямо сейчас на камере. Ёжится холодно. Как ему прохладненько. Так. Ого, сколько котов. Сейчас я вам буду их показывать. Это самая знаменитая набережная. Набережная с котами. У нас вот закат буквально 10 минут назад закончился. Не успела я сегодня под закат. Видите, у нас на набережной новые фонари в виде парусов. Это прям ноу-хау анапское. Смотрите, как это выглядит. И такие же туда дальше вдаль уходят. Море интересного такого цвета зеркального. Вот, смотрите, представители нашей кошачьей фауны. Там в елочках сидит один товарищ. Наверное, не увидим мы его. Один, вот он, на кормежке котик. Вот они аж 5-6 котов на одном клочке. Рыжий, черный, серый, полосатый. Каких тут только котов нет. Я почему-то думала, что будет много людей на набережной, но, походу, таких бойцов утепленных не очень много. Смотрите, какой представитель кошачьих. Толстенький такой в ошейничке. С интересной такой шорсткой. Там еще вдалеке. Сегодня, наверное, на набережной только я и коты. Ну и пару еще человечков, которые пошли на море. Сейчас мы посмотрим, как выглядит вечером набережная. Ветер вообще потрясающий. Самое интересное, я не мерзну. Знаете почему? Потому что я в куртке Декатлон, в перчатках Декатлон. Под низом у меня нет термобелья, но дома есть. Так что, короче, я утеплялась как могла. Анапские ветра такие, поэтому утепляться обязательно нужно. Сейчас мы тут так спустимся вместе со всеми с набережной туда к морю поближе. Вот там я чувствую, меня вообще задувает. Какой ветер сильный. Шапка вообще выручает. Там чайки прям на рейде не летают, а сидят на волнах. Смотрите, какое красивое море. Вам сейчас покажу, где у нас бассейн, зимний пляж находится. Здесь можно со справочкой прийти и посетить бассейн. С 9 до 8 работает перерыв с 30:30 до 3 часов. Смотрите, в летнее время здесь лифты, кстати, курсируют с верхней набережной к морю. Ну, а в зимнее мы с вами прогуляемся. Ой, какая красота. Видите море уже? А я вижу. Как тепло, хорошо, хоть не выходи туда, к морю поближе. О, лепота. И никого, и ни души. Тот случай, когда только я, море и вы, друзья, вместе со мной за компанию. Да. Таким новую набережную, такой новую набережную я давно не видела. И вот волны где-то там вдалеке, гребешки, а здесь за счет того, что мини-бухта, море спокойное. Только немножко сносит ветром течение волн. Вот заметили, даже ветра здесь меньше намного, чем там наверху. Все потому, что здесь защищает высокий берег небольшие горы. Там женщина сидит, я, правда, не одна, видите, я думала, одна буду, но нет. Смотрите. Вот мы с вами подошли к Черному морю. Вообще нет волн, согласитесь. Штиль и какой. Вот. Чайки полетели над морем вдалеке. Я что-то думала, что я замерзну. Нет, ничего подобного. Видите, не зря я храбрилась. Так выглядит пляж санатория Малая Бухта. Новая набережная. Кто как ее называет? Давайте пройдем с той стороны.
А вот там за поворотом, там уже будут волны, потому что там уже бухта не защищает. А здесь насколько приятно сюда было спускаться, потому что здесь ветерочка вообще практически нет. Вот. Видно, конечно, что он присутствует, но не такой сильный, как был, например, наверху, когда я еще сюда шла. Пустые шезлонги можно занимать, кому захочется. Я здесь как-то купалась в начале лета. Да, я вообще в этом году, в 2020 году планирую как можно чаще купаться. Все-таки на море живем, надо оздоравливаться круглый год, но зимой я не плаваю. Это у нас Юра любитель окунаться, видите, такое вот спокойное море, даже можно посмотреть дно внимательно, можно рассмотреть камушки. Сейчас мы с этой стороны тоже подойдем. Вот смотрите, листики плавают, прибились они к берегу. Такая вот красота, вечерняя зарисовочка с пляжа санатория Малая Бухта. Немножко опоздала я на закат, но после закатной краски, мне кажется, тоже очень красиво смотрится. А там вот Витязева вдалеке, у них пасмурно все. Здесь хоть, видите, немножко от солнца остались вот эти вот золотые линии на облаках. Красиво. Никого, понимаете, всех сдуло, потому что только самые смелые герои, красавчики приходят подышать морским воздухом. Знаете, сколько сейчас здесь йода? Это просто кладезь для здоровья, дышать вот этим морским воздухом, оздоравливаться. Я раньше, может быть, не так ощущала, но когда спустя полтора года у меня прошел гастрит, я уверовала в этот воздух и в этот климат. Я не знаю, какие, может быть, у меня еще были скрытые хронические заболевания, которые вылечил морской воздух и в целом море. Но я намного себя здоровее чувствую уже в этом году, спустя 2,5 года жизни. Я понимаю, что это реально сказка. Я не скажу, что здесь ласковая и теплая зима, но я могу сказать одно, что здесь зима совершенно другая, чем в средней полосе, в том же самом Курске. Там свои прелести в виде снега, да, там заснеженных лесов. Но здесь это море, это безумно красивое, чарующее черное море. Хотя оно, по сути, синее, никакое оно не черное. Ну, в общем, это надо прочувствовать. Пойдемте скорее отсюда, все-таки подышали и хватит. Процедуры процедурами рознь. У нас сейчас на термометре минус 2 градуса. И поэтому надо все равно заботиться о своем здоровье. Хоть я и утеплилась, но все должно быть в меру. Я даже сейчас понимаю, насколько воздух полезный, оздоравливающий. Чувствую себя таким спортсменом, комсомолом, гуляющим по пустому пляжу в Анапе. Ну как так-то? Обычно здесь много отдыхающих, тех, кто в санаториях. Но сейчас, видите, никого. Походу, ветер распугал всех. Хотя это самая обычная температура для зимы, для Анапы. Это та температура, которая зимой кажется теплой. Поэтому я даже не знаю, что тут сказать. Если сейчас нет людей, все, сезон закончен. Окончательно лето закончилось. Эх, грустно с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что обязательно в теплое время здесь будет много-много людей, и все будет радужно и позитивно. Ну а вам хорошего вечера, отличного настроения. Приезжайте, заряжайтесь морем, наслаждайтесь морским воздухом. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Все-таки, я думаю, будет дальше интереснее. Ну а с вами была Светлана. До новых встреч!